Инициатива, благодаря которой жить становится комфортнее. Неравнодушные жители двора по адресу Красноглинское шоссе 1/23/1/24 поселка Управленческий радуются открытию новой футбольной площадки. Она появилась в рамках губернаторского проекта «Содействие». Татьяна Фурсова, жительница двора, рассказывает, вместе с инициативной группой за два дня собрали более 1500 подписей, чтобы поучаствовать в программе. Двор у нас большой, домов много, и территория двора у нас позволяет это сделать. То есть, нам хотелось уже что-то спортивного для детей постарше. Очень важно, потому что мы сначала сами не верили в то, что получится. А теперь мы знаем, что если есть какие-то программы, нужно обязательно в них участвовать, нужно стремиться к этому, нужно просить помощи. Вам обязательно помогут, вот как нам, и поэтому нужно. Конечно, мы хотели поблагодарить нашу Красноглинскую администрацию района, нашего управляющего района. По словам подрядчика, все работы выполнены качественно и в срок. На спортивной площадке уложено песчаное и щебеночное основание, установлены дренажи и искусственное ограждение, ворота для мини-футбола и опора освещения. Зимой здесь будут заливать каток. Работы начали еще в начале июля и выполнили за 3 месяца. Рабочим осталось лишь посеять газон и убрать строительный мусор. Мы даем гарантию 5 лет, конечно, но я думаю, как минимум лет 10-15 он прослужит без проблем. Желательно, конечно, чтобы здесь именно в футбольных бутсах не играли детишки. Чтобы использовали обычные кеды, кроссовки и так далее. Тогда она прослужит очень долго. В любом случае, мы профилактику каждый год будем проводить, приезжать, смотреть, все ли здесь нормально. Чтобы принять участие в программе содействия, жителям в первую очередь необходимо составить заявку. В остальном помогут. Приходят, разговаривают, обсуждаем проекты. То есть данный проект тоже был согласован и составлен мною лично, совместно с жителями района. Кроме того, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» во дворе отремонтировали проезды и сквер. А также благодаря проекту «Твой конструктор двора» преобразилась детская площадка. В Красноглинском районе, в микрорайоне «Крутые ключи», благодаря губернаторскому проекту содействия, появилась культ.точка в виде амфитеатра по адресу Золотухина, 42. Также в планах в поселке Управленческий на улице Кузнецова построить площадку для тренировки собак. Полина Чулюкова, Игорь Казановский. События.